По информации Минздрава Республики, за последние сутки медиками было проведено 726 лабораторных исследований для диагностики коронавирусной инфекции. У 532 граждан тест показал отрицательный результат. У 194 анализ подтвердил наличие инфекции. Кроме этого, еще четырем пациентам диагноз COVID-19 был установлен по клиническим показаниям. Таким образом, по состоянию на утро 10 ноября в ДНР подтверждено уже 7993 случая инфекции. На лечении находятся 3527 пациентов. С выздоровлением выписаны 3762 человека. Зафиксировано 704 летальных случая, плюс 17 за сутки. Выявлен также еще 131 случай заболевания пневмонией. 91 больной был госпитализирован. 41 из них понадобилась кислородная поддержка. Всего же на лечении с воспалением легких сегодня находятся 2197 пациентов.